Всем привет, меня зовут Анна. С системой Ходу я познакомилась больше года назад по рекомендации моей подруги. Вот, когда я пришла первый раз, я почувствовала, что это не для меня. Это было очень тяжело, вот, и поэтому я как бы это все бросила. Через месяца три мне попадает в руки диск. Вот, и в этот период у меня были проблемы, как бы начала болеть спина. И я стала заниматься по диску месяца два или три. Когда я стала заниматься по диску, я увидела, почувствовала на себе, какие-то чудеса стали происходить. Может, я не напрягалась так, как нужно было, может, какие-то были ошибки, но мой организм хотел делать эту гимнастику раза три в день. Что я и делала. По нескольку раз в день я делала это утром, я вечером ложилась спать, я вставала в 12 часов ночи и делала ходу. Вот. И я поняла, что я хочу этим делиться с людьми. Вот. Поэтому, придя уже к Звяду в зал, я поняла, что я хочу быть инструктором, то есть четким намерением как бы вот отдавать эту систему, передавать людям. Первым таким моим приверженцем яростным стала моя мама, которая как бы увидела диск, сказала: да, в общем, сначала оставь, потом, ладно, забирай его, я не буду этим заниматься. Когда я уехала, она звонит и говорит, что я занимаюсь, это село, глушь, есть 9, правда, и она занималась день у день. День у день гимнастикой, то есть год назад она уже падала на ноги, ей 55 лет, варикоз, тяжесть в ногах. То есть вы понимаете, что такое село, там нужно постоянно работать, хозяйство какое-то. То есть моя мама, бегая целый день на огороде, вечером делает ходу и очень себя хорошо чувствует, появилась масса энергии, вот, как бы, которую есть куда применять. В общем, так. В общем, ушли очень много проблем, и она почти что каждый день звонит и благодарит Звяда за то, что он есть в этом мире, за то, что он придумал эту... создал эту систему. Вот. Я думаю, что таких уже людей масса, которые благодарны, которые действительно эта система – выход, путь к жизни, просто к жизни.